1855 году в Санкт-Петербургском императорском университете был открыт факультет восточных языков. И тогда из Казанского университета был переведен Хусаин Фаисханов. Кроме преподавательской деятельности, Хусаин Фаисханов состоялся как ученый. Он составил каталог арабских рукописей, работал много с средневековыми тюркоязычными дипломатическими документами, написал краткую учебную грамматику татарского языка и ряд книг по истории татар. Степень своей учености Фаисханов указывал словом «мулла», но с прописной, с большой буквы. Если до революции в университет окончили единицы татар, то в советский период на разных факультетах университета высшее образование получили сотни, а может быть даже и тысячи татар. Наибольший вклад в науку сделали профессора-востоковеды Абдрахман Тагирович Тагиржанов и Анас Бакиевич Халидов.